Приветствую, друзья! Умная розетка с AliExpress. Цена на момент заказа $13.62. Вернее, это модуль. Ставив его в обычную розетку, мы получаем умную. В чем ее ум заключается? Можно запрограммировать включение-выключение на определенное время. Плюс при необходимости оперативно-принудительно выключить или включить питание розетки. Или перепрограммировать время. Всем этим делом можно управлять удаленно через интернет. Область применения очень широкая. Конкретно этот модуль заказал человек через меня для того, чтобы подключать калорифер электрический. У него печное отопление, сейчас зима. Он часто уезжает надолго, печку топить некому. И вот он будет удаленно включать-выключать калорифер в зависимости от температуры на улице. Холоднее, значит, на дольше будет включать. Теплее, значит, на меньшее время. Чтобы она заработала, что для этого надо? В доме, где будет установлена розетка, должен находиться Wi-Fi роутер с подключением к интернету. Также надо знать название своей Wi-Fi сети и пароль к ней. Смартфон или планшетник под управлением iOS или Android. В нашем случае смартфон под Android. Давайте подключать и настраивать. Есть инструкция на английском языке. Здесь в картинках подробно, пошагово рассказано, как скачивать, устанавливать приложение, как настраивать режимы. Ищем в Play Market приложение Brat Link E-Control. Скачиваем и устанавливаем его. Открываем. Регистрируемся. Вводим свой email. Придумываем пароль. Придумываем никнейм. Регистрируемся. Регистрация прошла успешно. Вставляем модуль в розетку. Выбираем пункт «Добавить устройство». Попросит подключиться к сети. Подключаемся к нашей сети Wi-Fi. Наш телефон или планшет должен предварительно быть подключен к домашней Wi-Fi сети. И розетка нашлась. Теперь входим внутрь розетки. Включим ее давайте. Жмем таймер. И дальше есть настройки. Три типа настроек. Добавляем первый тип таймера, обратный отсчет. Мы можем, чтобы он через определенное время включался или выключался. Ну, давайте теперь зададим пример, чтобы он через час у нас включился. То есть розетка включится через один час. Выставляем вот по этим бегункам время. Жмем ОК. Не забываем нажать «Сохранить» в правом углу. И все, можем его включить или выключить. Ну вот получается, что через час обратного отсчета он у нас включится. Видите, уже 15 секунд прошло. Другой тип таймера. Запланированный таймер. То есть в определенное время у нас включился и в определенное время выключился. Выставляем бегунками время. Ну давайте, например, 15 часов 20 минут через 32 секунды у нас включится. И выключится у нас он в определенное время. Ну, к примеру, давайте 17 часов 25 минут и 33 секунды. И можем, кстати, по дням недели выставить. Воскресенье пускай у нас выполняет эти действия. В среду и в пятницу. Третий тип таймера. Повторяющийся или циклический таймер. Например, в промежуток от такого-то времени до такого он будет включаться, например, на 5 минут и на 5 минут выключаться. И вот в рамках этого времени заданного вот этот цикл у нас будет происходить. 5 минут включения, 5 минут выключения. И, соответственно, мы можем опять же все это по дням недели запрограммировать. Вторник, пятница, вот пускай у нас он шурует. Модуль очень полезный. Теперь можно из любой точки мира, где есть интернет, включать, выключать электрический радиатор дома. Вообще сфера применения может быть очень широкой. Сюда можно и вентилятор включать. Вдруг у меня уже загорелся кофейный аппарат. Хочет, чтобы когда он подъезжает к дому, нажал кнопочку, пришел в квартиру, а его уже ждет чашка кофе. Внизу есть USB-порт. Можете заряжать планшетники, мобильники, аккумуляторные батарейки и все это дело отключать через интернет. Где найти умную розетку на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.